Всем здорово, всем привет, с вами Шмыка. Да, мы на канале у Шмыги. И у нас сегодня что? У нас сегодня новая игра, которая называется Deck of что? Как ты называешься? Ты называешься как-то Deck of что-то. Deck of Ashes или что-то такое. Доска чего-то. Вы можете пролог. Встреча с мастером Пеплом. В тот день, когда проклятие обрушилось на наш несчастный мир, мне пришло видение. Я знаю, как спасти всех нас. И я знаю, кто мне в этом поможет. Один из них глупцов, по чьей вине мы изо дня в день погружаемся все глубже в пучину страдания. В тот день я умерла и возродилась из пепла, но цена воскрешения оказалась высока. Я сгораю заживо. Боль терзает меня, будто я продолжаю гибнуть в пламени. Он дал мне надежду, обещал избавить от муки. Сегодня я увижу с ним. Замену требует снять проклятие пепла. Что ж, выбор у меня небольшой. А, ты уже близко, дитя огня. Я ощущаю твое присутствие. Здесь небезопасно, будь осторожна. То есть мне нужно двигаться сюда, правильно? В округе полно монстров. Придется пробираться с боем. Тип легкий. Ваш ход. Это ваш персонаж, если его здоровье уменьшится до нуля, то вам придется начинать все прохождение заново. Это ваш противник, чтобы уничтожить его, уменьшите его здоровье до нуля. А в начале каждого своего хода противник заготавливает карту, которую применит на следующий свой ход. Наведите мышцу на карту, чтобы изучить ее эффект. В начале своего хода вы добираете из боевой колоды карты, пока не наберете полную руку. Полная рука составляет 6 карт. Вы не можете держать в руке больше 10 карт. Карта требует маны для разыгрывания. Каждый ход у вас 5 единиц маны. Чтобы разыграть карты, вытащите ее из руки и перетащите на монстра. Я понял. А что он там? А, он 10 урона мне будет фигачить, да? Хорошо. Это обычная карточная игра, ничего сложного в ней не должно быть. Это просто нанеси 10. Это по 10? Нет, а есть что? Нанеси для создания этой карты не требуется пепла. Ай, то есть и что, и все? Типа раз на раз? Штопанный. Типа просто тупо раз на раз, типа размен? Ну ладно, давай. Да, я понял, давай, играй. А я могу две сделать еще. Ну хорошо. Ну, короче, какой-то на самом деле вариантов-то как-то, короче, типа мало, да? Ну, типа, что за... О, подожди, что там? У вас заканчивается карта в боевой колоде. Если в начале вашего хода вы не можете добавить полную руку карт, вам в руку добавляется пепельный пакт. Пепельный пакт возражает разыгранные карты из колоды пепла ценой здоровья персонажа. Да не надо, зачем? А мне все равно придется это делать, да? Отлично, теперь ваша боевая колода шикарна, чтобы добить противника. Я понял. Ну такое все, да, достаточно. Да все конец хода, давай, достаточно такое. На самом деле тоже, опять же, игра. Я стал каким-то карточным воином, что ли, да? У меня очень много игр про карты почему-то. Не знаю почему, но ладно. Окей. Переведи дух после боя и продолжай движение. Вы ранены. После каждого боя вы устраиваете привал. Каждый привал вы получаете очки отдыха, которые можно потратить на восстановление сил. Это очки отдыха. Потратьте очки на восстановление здоровья. Окей. Окей, хорошо. Так, ну, ты почти здесь. Двигайся вперед. Окей, двигаемся вперед. Мы, наконец, встретились. Подойди, и я восстановлю твои силы.
А мне очень интересно... А, все нормально, да. У вас осталось мало карт в боевой колоде. Поговорите с мастером Пепла, он поможет возродить их. Иди сюда, ты. Я проведу освежающий обряд, восполняющий силы. Скоро ты сможешь выполнять похожий. Мастера Пепла, вы можете возродить все разыгранные карты из колоды Пепла. Я возродил карту, я могу их опять... я знаю, у тебя много вопросов, но здесь небезопасно. Уходим, мои люди ждут неподалеку. Они помогут в нашем путешествии. Я научу тебя этому обряду. Обряд возрождения карт в привале разблокировал. Нажми так. Окей. Уходим отсюда. Слизень, вы напрасно вторглись на мою землю. Я найду вас и сотру в порошок. Проклятие, мы потревожили владыку этих земель. Времени мало, он уже ищет нас. Эта шкала отображает за время до битвы с владыкой этого региона. Ёптель. Я знаю короткий путь, давай пойдем по нему. Ну. Это что такое? Вы напрасно вторглись на мою землю, я найду вас и сотру в порошок. Проклятие, его гнев растет, он переградил нам дорогу, придется идти в обход. По мере своего приближения владыка региона он будет рушить части карты и затруднять передвижение по ней. Да хорошо, я понял, давай, погнали. Событие. Что за событие? Боль пронзила мое тело, я вернулся в тот самый момент с того дня, как этот криворукий дурак Магнус выпустил проклятие. На меня объявили облаву. Меня поймали и сожгли на костре, чертовы деревенщины. Как же им рожа перекосила, когда я возродилась из пепла. Воспоминание дало прилив сил, я готов к бою. Атрибут критический шанс увеличен на 20%. С вами произошло событие, эта панель, но я понял, хорошо. Твоя боль — источник силы, нам это пригодится. Впереди еще один враг, покажи, на что ты способна. Ух, я сейчас как. Подожди, ты сегодня шар 20-ку снес, а эти как их сносили, так и сносили, правильно я понимаю? Чё? Монстр нанесет тебе критический урон, вот восстановить здоровье эта карта, иначе можешь умереть. То есть, да. Такое себе. Время применить твой новый навык. Теперь вы можете возродить использованные карты за очки отдыха. Да слышно, да, ели вы с своими очками уже отдыха? Чё, нет? А, да, здоровье восстанови. А все надо возразить или чё? Я нашел тебе рецепт, возьми его, он скоро тебе понадобится. Господи, рецепт, что за рецепт? Забей, потом узнаем, что за рецепт. Слизень, вы напрасно вторглись на мою землю, я сотру вас в порошок. Нам нужно подготовиться к битве, вот такое уже близко, хорошо. Впереди много нежити, но потребуется колода помощнее. Идем, я знаю место, где можно найти новых пару карт, типа, да? Мы собрали нужные рецепты, идем назад. Хорошо. Куда взад? А, ёптель! Не, ну я сейчас, такой тупняк совершенно. Вариативности в игре пока вообще нету. Я занимаюсь одними и тем же...
Какое-то одно и то же хероборо, если честно. Это как бы меня напрягает очень сильно. Ну, как бы это бессмысленно, ну, то есть... Типа ты просто ты тыкаешь одни и те же карты, бессмысленно, вообще бессмысленно, бесповоротно и бессмысленно. Почему я не могу? Ну ладно. А, отлично, время научиться еще одному обряду. Теперь вы, ну, теперь на прорывали, вы можете создавать карты из рецепта, используя очки отдыха. Это рецепты. Ага, я понял. Создайте карты из цепляя кольцо и свиток. Ты окрепла. Время одолеть чудище на нашем пути. Шикарно. То есть... ну ладно. Каждый раз, когда вы перемещаетесь на клетку с вопросом, с вами может произойти событие, или вы можете попасть в застой. Будьте осторожны, окей. Держи ухо востро и... Да, слизень, короче, как обычно, какую-то херню несет. Но нам это не... Нам нет, не интересно. Нам это не интересно, что он там несет, потому что мы штопаны. По 10 они, а у этого еще плюс будет критический, я так понимаю. Некоторые карты хорошо сочетаются с другими. Разыгрываете мощные комбинации с карты и сокрушаете врагов. На этой карте есть особые слова, пепел и неиграбельное. Наведитесь на карты, чтобы узнать, что они означают. Испепеляющее кольцо. Нанесите противнику 12 урона. Сбросьте из руки карту по своему выбору. Неиграбельное... Пепел. Нанесите противнику с наименьшим здоровьем 3 урона в конце вашего хода. Что? Не понял. Ну и забей. 12 из руки я выберу карту... Да ты охуй... А, да, извиняюсь. Сколько она? 2 бьет? Да, давай. Окей. Пока карта со своей пепла ходит в голове, пепла вы получаете ее эффект. Хорошо. А, нет, он не критический, он просто меня... Он меня просто шлепнул по попке. Так, хорошо, погнали. Жалко, у него останется одно хп, это мне не нравится совершенно. Это какой-то бред. А что я делаю? А! Я, если я ее... А, все, я понял, как это работает. Или нет? Ну, нет, да не, вроде понял. Ты понял или не понял? Так, все, на следующий ход ты сдохнешь, братан. 30 здоровья восстанавливаем. Восстанавливаем, я сказал. А, какая разница? Или восстановим? Ну давай, да. Да в смысле? На самом деле... Ну ладно. Так, короче, что возродить? А, давай, да. Короче, я не знаю, там... А, вот сюда, да? Нет времени объяснять. Суй палец в жопу, да, или как там было. Владыка настиг нас вперед, мои люди помогут подготовиться к бою. Ёпта мать. Нажми, чтобы начать травница продать снадобья. Мастер пепла разыгранные карты. Торговец продает рецепты. Кузнец помогает. Короче, жесть. Возродил. Куплено. Ты чё, железный кулак? Это что такое? Хорошо. И у меня такое есть. Ты. Создать. У меня нет рецептов. А в смысле? А, он мне продал рецепт? А я сделал рецепт. А ты что сделаешь? Да, хорошо. Я могу? Я все потратил, я могу начинать, да? Камень перемещения позволяет мгновенно... Слизень. А я что-то нихера не понял, какого хера у меня... Что он там, 10? Что, вы можете вернуть до трех карт на дно боевой колоды.
Что там у него? А, на следующий ход он будет восстанавливать себе здоровьишко, да? Раньше же не было этой темы, или было? Ну, он восстановил 10 здоровья, окей. Вы можете вернуть до 3 карт, окей. Я не хочу возвращать. Так, и следующий ход, он 10 урон, да, мне нафигачивает. Я раз не очень понял, почему... Ну, ладно. Железный кулак. Нанесите противнику 5 урона, пока эта карта у вас в руке. Ваша сила увеличена на 1. Нанесите противнику 4 урона. Для создания этой карты не требуется пепла. Да ёптель. Чё за лаги-то начались? Я же все то же самое делаю. Я не могу это сделать. Все, слизень, короче, слизень, не слизень. Лошара, короче, какой-то. Вообще неинтересно. Путешествие начинается, все складывается как нельзя лучше. Пора в путь. Время претворить в жизнь видение, что я узрел в огне. Ну давай, давай. А, и все, это пролог типа был. Компания, давай. Люция, вечное пламя. Если же заживо, за то, что мы же это все и было. Отстань. Сложность, авантюрист, странник, мародер, мученик. Это что? Напряженный режим, бросающий серьезный вызов вашим навыкам. Садар за вас здоровье, в случае смерти вы начинаете игру с самого начала. Вы можете пройти обряд возгрешения в лагере, чтобы избежать смерти. Мародер? Хорошо, давай, авантюрист. Люди с магическим даром, жертвы, гонений с незапамятных времен. Мы внушаем страх, а страх рождает злобу. Я научилась скрывать свой дар дорогой ценой. Я доверяла своему жениху, открыла ему секрет. И в тот же день лежала в грязи, окруженная толпой кровожадных деревенщин. Ржавые вилы и горящие факелы, направленные мне в лицо. В тот день я впервые убила. Мне удалось сбежать, и я примкнула к изгоям. Банде отверженных, таких же, как я. Куда бы ни вел нас праведный гнев, мы сводили счеты кровью. Когда мы разбили шкатулку пепла и выпустили проклятие, простой люд во всем обвинил магов. Началась охота на ведьму, и недели не прошло, как я оказалась на костре. Короче, да, я понял. Очень интересно, давай к делу. Быстрее. А владыка там, нам придется побиться с кем-то. Хорошо. А это я в лагере, что легкий бой, да, погнали в легкий бой. Начало боя, давай. Редкость карты обозначена кристаллом вверху, обычная белая, редкая, синяя, эпическая. Ну, я говорю, вариативность игры как бы очень прям, ну, такая, короче. Типа, а где мой, у меня же были карты, типа эти, ну ладно, забей. Чё он там будет делать? Почему?
Почему ты не можешь это сделать? У него к огню типа стало или что? Я не понимаю. Хорошо. Я не знаю, видимо, у него к огню... Не знаю, серьезно, что начинается? Ну, короче, я не знаю, почему я не мог его ударить в тот ход. Я не знаю, может быть, у него какая-то там это... Ну, короче, ладно, да, хорошо. Что? Ну да. Ладно. Отмена. Да, давай. Ну, слушай, да, тут, короче, вариативность должна быть. Ну, сейчас мы сейчас немножко дальше пройдем, будет какая-нибудь, я уверен, сложность небольшая. Крыса и сатир. 6-8-3-5. Окей. Что вот это я забыл прочитать? Нанесите противнику один урон за каждую карту в колоде пепла. А, это всего две. Всего два. Ну ладно, так. Да. Да-да. Да-да. Ага. Так, значит, ну, не очень много мне отняли, в принципе. В принципе, так, мы сразу убираем этого одного и... вот так. И вот так, и вот так. И кончаем, да. Угу. Короче, по идее, как я понимаю, 8. Нет, пока подождем. В принципе, я здесь мог вернуть эти две карты. А, или они сюда уйдут, да? Или нет? Как так? Как? Да. Ну, на самом деле, как бы такое себе, да? Да, про ХПшку я что-то не подумал. Ничего я не добыл? Что тут? А, пустая клетка. Какие-то ресурсы, как-то что-то еще. Начало боя. Давай. На самом деле, пока очень скучно. Не затягивает и не интересно, если честно. Ну, то есть, как бы, не знаю. Что там у тебя? 5-0, сбрасывай верхнюю карту с боевой колоды игрока. То есть она сразу поняла, она меня увидела и поняла, что как бы давай-ка лучше сейчас я буду восстанавливать как бы себе хпшечку сразу, да? Ну это в принципе логично, да. Ну как бы, ну она видит, что как бы, ну тут шмыга как бы есть. Ну и хорош уже, против шмыги не надо тут всякое. Что? Она скинула на меня мое проклятие, падла, тварь. Ага. Хорошо. Ну, писька какая, а? Неблагодарная. Ну,
Не, не надо пока. Она мне пока не нравится, эта мадам Нана. Нана! Да-да. Так, и у нас с тобой, что у нас с тобой? А у нас карты с тобой кончились, кстати, да? Ну, она слабенькая вроде как. Нет, горение мы не будем, мы вот факелом. Все, хорош. Хорош с нее, хорош. Какого хера она мне опять горение навела, я что-то не понял. Ну ладно, меня это не интересует. Карты, возродить карты. А хп-то у нас с хп все нормально. С хп все нормально. Продолжаем. Мутировавший прародитель. Вы напрасно вторглись, ну я понял. А у вас там будут меняться вообще эти, ну... Типа... Ну... у боссов слова будут меняться или нет? Пепельная бурь создала аномалии, скорее зачерпни их силу, пока они не исчезли, что ли? Рецепт, чаша пепла, ключ... Сундук открыт. Выберите рецепт. Возьмите карту, положите карту наверх вашей боевой колоды. Сбросьте все карты с руки, наносите противнику 5 урона за каждую сброшенную таким образом карту. Давай вот это возьмем. Так. Да, можно туда уйти, нет? А я не могу туда, я... В смысле? Засада. Засады начались. Крыс 65 хп. Да, пока не надо ничего делать, мы просто играем и все. Мой ход, так, и собственно все. Да что мне делать, что мне делать? У меня карт нет. А 20 хп я не хочу терять. Но, скорее всего, придется, да? Ну да. 20 хп, а в колоде пылающий факел только, да, и все. Ну давай, ладно. Ну, видишь, выбора особо нету, поэтому... Да-да-да-да-да, верну. Все верну. Это было на самом деле, я ступил, ну ладно. Ну надо было, конечно, надо было. Ну ладно. Чё уже? Что уже говорить? Создать. Так. Ни черта. Ни черта. События. Я стою посреди покинутой. Вы получили цепная реакция. Шикарно, мне кажется. Какие-то непонятные ключики. Да. 20 монет. Пепельная сфера. 5 урона носит за 3 за каждую за другую сброшенную карту в этом ходу. Не играю, если в колоде пепла находится 5 сфер черного гриму. Уничтожьте их и добавьте в руку карту. Что? Иди нахрен. Да, возьмем сферу. Потому что там какая-то непонятная херобора написана. Ой, владыка меня что? Где я? Я здесь. Камни на камне он не оставит, короче. А, он идет, типа, да? Ну хорошо, иди. Я пока здесь. Можно потусю? Потусю немножко здесь. Начало боя, давай. А сколько я уже играю? Подождите. Не пора ли заканчивать серию? Ладно, давайте я сейчас пройду вот этих крысов.
крыса. И, пожалуй, пожалуй, закончу. Закончу. Так, вот ты тебя сразу туда. Тебя сразу вот так. И тебя сразу вот так. Так, и что? А, блин, не... Ну ладно, забей. Да насрать на самом деле. Пох, просто пох. А, да, окей. Чпок. Да, согласен, что тупняк, но из-за одного хп сразу карту тратите. Ну да, согласен. Тупанул, ну а что мне делать? Мне не остается ничего делать. У него будет сейчас 16 и 5, да? То есть сейчас вот так чпок раз, второй раз чпок. И у меня только карта на 5. Твою мать. Бесишь? Как-то так. Почему не могу создать? Потому что у меня нету пепла. А почему у меня нету пепла? 4 карты могу, да? Ну давай, как-то так. А на основной день. Да хорош ты уже. Так, открываем сундук. Пепельный бур. Пепельный бур создала на аномалии. Скорее всего, был так. Чаша пепла. Хорошо. Нанесите противнику 0.6. Так, что, мы туда идем? А, начало боя. А, я же хотел заканчивать. Ладно, последняя крыса и заканчиваем серию, да? И заканчиваем серию. Ну, ребят, серьезно, игра не очень грустная. Ну, такое себе. Не знаю, я буду ли я дальше в нее играть, как бы, но это... действительно очень тяжело. Ну, то есть, тут как бы... Ну, я не знаю, скорее всего, в дальнейшем там будут какие-то сложности и будет вариативность игры. Потому что добавится как бы в колоду, добавятся карты. Да, и, ну, понятно, что будет интересней. Но на данный момент... Ну, то есть... Ну, вот смотрите, она на следующем ходу, она умирает. Я нажимаю конец хода, она вздыхает. Вот. Так. Носите три урона. Да, давай вот так возьмем. Так. Ой, отмена. По хп все нормально. Огненный шар, горение, вот это, огненный шар. Шикарно. Ребят, на этом заканчиваем эту игру. Прохождение по этой игре. Всем спасибо, кто был на чем. Кстати, а где вы были вообще? Вы были у Шмыги, и всем счастливо, всем пока. Бля-бля-бля.